Всем доброго времени суток, и сегодня я с вами поделюсь своей продуктовой закупкой в магазине Чижик. У меня целых 3 пакета, девчонки, на 2000 рублей. Давайте, поехали. Первое, что я вам покажу, это вот такая каша, гранд-меню, овсяная. Здесь ассорти, 5 пакетиков, 5 вкусов. Малина, абрикос, черника, клубника, яблоко. 49 рублей, насколько я помню. Я заказываю на Озоне увелку, там она стоит 69 рублей, и только с клубничным вкусом сейчас осталось, а тут 49. Взяла такие две. Иногда на быструю руку так вот запарил, и хорошо. Так. Никите я взяла вот такие вот печеньки. Напоминает любятово, или как они там называются, я уж не помню. Печенье с глазурью, 300 грамм. Он любит у меня такое. Милка шуршит пакетом, пошла проверять. Там появился какой-то собачий корм, я с ним не знакома. Ну вот взяла, чтобы мама дала своим малышам. Не знаю, понравится, не понравится. 12 рублей пакетик, вот такой вот. Ватсон. Есть и кошачий, кстати. Сахар стоит 64. В пятерке я видела по 67. Сок. Помните, я вам в прошлый раз показывала яблочный сок. Он очень вкусный. И действительно, это не сокосодержащий напиток, а именно сок. Вот взяла апельсин. 100% натуральный и вкусно. Там есть апельсин, яблоко, есть томат. Вишня, черешня, по-моему, на 10 рублей дороже. Взяла на пробу вот такое молоко Светаева. Здесь полторашка. Хотела 2,5, но не было. Так, изготовитель, вот состав. Молоко нормализованное, все. Ну, для кофе, не знаю, попробуем. Там очень много, это их бренд, наверное, как я поняла. Второй пакет сахара. Вот он, яблочный сок. Яблочных я взяла 3, апельсиновый 1 на пробу. Яблочный мы уже пробовали, поэтому я уже знаю, какой. Так, поехали, второй пакет я вам сейчас покажу. Взяла вот такие вот диски, я самая, здесь 150 штук, девчонки, с эффектом прошитого края, по-моему, 99 стоило, не помню, по чеку мы с вами посмотрим. В прошлый раз я уже брала вот такую колбасу для бутербродиков, или, знаете, с яичникой обжарить, нормально, вполне себе колбаса, взяла 3 штуки. Сосиски взяла, повторила также, да, 2 пачки. Сейчас я их достану, вот, видите. Но у них там полупустые полки, видимо, все смели. Ну, вот такой вот еще гранд-меню, это вареники с белыми грибами, с картофельными грибами, у меня мама любит такого плана. Вот, а посмотрела я пельмени, я не знаю, вкусно или нет, кто пробовал, напишите в комментариях, они там, по-моему, 200 рублей стоят. Не знаю, насколько они съедобные. И, собственно, набрала кошачьего собачьего корма. Вот такой вот Ватсон. Это 600 грамм, смотрите, мясо птицы. Для стерилизованных. Не знаю, Милка будет у меня есть или не будет. Посмотрим. Так. Потому что вискас больно дорого выходит. Почти 700 рублей за кило 900. Маминым собакам. Сейчас пошуршу. Взяла 1,5 килограмма вот такого Ватсона. 149 рублей, девочки. Я считаю, вообще прекрасно. За 149 рублей. Лишь бы ели. Так. А, это тоже для стерилов. А я думала, что там кошачий был, для стерилов и нет. Ну, видно, перемешанный был. Я схватила, короче говоря. Ну, ладно. В общем, будет 2. У нас есть кому съесть. Так, ну и третий пакет. Вот такое печенье я вам уже показывала, карусели. Здесь объем 500 грамм затяжной Марии. Взяла 2 штучки. Я уже покупала его в прошлый раз. Вот вторая. Так. Никита и я, в принципе, любим очень вот этот чай. 89 рублей. Даже на скидках в пятерке он что-то дороже 99, дешевле 99, вернее, давно не было. А тут 89 без скидки. Правда, чай по 100 пакетиков, весь по 199. В фикс-прайсе дешевле 149. Ну, так вам на заметку. Еще одна колбаска. А, вот другой, смотрите, кошачий сухой корм. Этот с мясом, этот с курицей для стерилов. А здесь и грамм больше, здесь 800 грамм, тут 600. И вкус другой. Вот такой вот котик здесь. Так. Еще один сок. Так. Еще один. А сейчас я вам состав еще покажу. Вот смотрите, состав. Яблочный сок, концентрированный сок без добавления сахара. Он реально вкусный, девочки. Ну, 59 рублей, да? Грех не взять. И еще один для стерилов. В общем. Так. И сейчас я вам покажу чек.
Все это обошлось мне в 2090 рублей. Карточек там никаких нет, ничего такого нет, поэтому... Вот, смотрите, я вам вот так вот покажу, поставьте на паузу. Ну, и сейчас я вам расскажу, что сколько стоило. Пакетики у них по 4 рубля, яблочный сок по 59, апельсиновый тоже 59, корм для стерилов по 99, 3 штучки. Так, корм собачий большой 149, как я и сказала, ватные диски 150 штук. Вот эти вот, я самая, они хорошие, 99 рублей всего, даже дешевле, чем фикси. Папа может, колбаса фирменная по 99,90, сосиски по 99, вареники 109, а я что думала 119, вообще прекрасно. Печенье по 59 рублей, каша по 49 рублей быстрорастворимая, чай 89. Для взрослых вот этот вот с мясом 800 грамм, девочки, 99 рублей, сахар по 64, молоко 54 рубля, порционный собачий корм 12 рублей и печенька вот это 69 рублей. Я очень довольна покупками. Единственное, жалко, были совсем пустые полки. Я ничего из молочки не взяла. Ну ладно, в следующий раз. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно пишите в комментарии, что вы из этого пробовали, что нет, и есть ли вообще у вас в городе такой магазин. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения, только выгодных покупок и берегите себя. Пока-пока!